Всем привет! Итак, пришло время подвести итоги рейтинга менеджеров второго сезона «Что почем». Как вы заметили, в этот раз мы ограничили время голосования. В итоге получили чуть меньше голосов, но практически исключили накрутки, и голосование шло очень ровно. Разрыв в этот раз между менеджерами большой, и нам уже нет необходимости поздравлять и награждать сразу троих. Итак, собрав больше 25% всех голосов, с отрывом побеждает Виктор из автосалона Mercedes, автоцентр Киев на Степана Бандеры. Я, в принципе, поддерживаю этот ваш выбор и радостно передаю статуэтку Вите. Витя, ну поскольку я знаю, что обычно это забирают, приковывают цепью в салон и больше не дают даже дотронуться, то нам от тебя, как всегда, китайский качественный ноунейм акустический прибор. Дуже-дуже дякую. Скажи, пожалуйста, ти просив друзей голосувати за тебе? Я просив об'єктивно голосувати, просто щоб вони бачили, що таке відео було. А ти скажи, ти за об'єктивність обіцяв їм виставлятися? Там щось буде сьогодні, фуршет якийсь ввечері? Подивимося. Друзів багато, а за можливо, кого? За день не вкладемося. Так зараз всі скажуть, що вони всі голосували за тебе, звичайно. Скажи, ти за кого голосував сам особисто? За джип. За джип? Так. За Пашу? Так. За тьоскому. Тоже погоджуся. Паша у нас друге місце чи третє? Десь там приблизно між другим і третім розрив невеличкий. Добре. Тоді, Віть, бажаю тобі успіху. Дуже дякую. Я думаю, дуже ми ще побачимось. І ще обов'язково хочу вас запитати, яку модель Mercedes ви б хотіли побачити у наступному випуску «Що по чому?» Або «Що по чому?» все-таки це не переводиться. Голосування появиться от здесь, от поверх Віті. Отмічайте і ще увидимося. Но мы продолжаем снимать новые выпуски «Что почем?». Третий сезон должен заметно отличаться по качеству. Я очень надеюсь, что вы обратили на это внимание. По первой уже вышедшей серии. Дальше будет больше, поэтому не прощаемся. Увидимся на YouTube-канале «Инфокар». До встречи!